Всем привет! Небольшое короткое видео о том, где можно посмотреть баланс вашего лицевого счета на ТВ-приставке с интерфейсом Wing. Итак, чтобы посмотреть баланс, при просмотре канала нажимаем кнопку «Меню». В меню выбираем с вами «Мое». Нажимаем кнопку «Окей». Опускаемся один раз вниз, потом еще раз вниз. И влево до платежи. Вот они. Платежи, видите. Нажимаем кнопку ОК. И здесь мы можем увидеть пополнить баланс и мой баланс. Итак, опускаемся вниз. Как видим, мой баланс выделился оранжевым цветом. И нажимаем кнопку ОК. И мы видим баланс, лицевой счет, бонусы. Ниже можно пополнить лицевой счет, либо привязать банковскую карту. Информация по пополнению баланса лицевого счета через ТВ-приставку есть в видео на канале. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.